Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Summoner Storm. 201 миссия, именно на ней мы остановились. Но сначала откроем сундук. Ага, 22 монеты, двойной кинжал, кристаллический портал и Геркулес. Это кто такой? Это новые карты. Друзья мои, я такой вообще не видел. Сейчас мы посмотрим, что это за Геркулес такой. Так, он относится к особым. Это боец. Так, у него скорость атаки нормальная. Скорость передвижения быстрая. Дает иммунитет от оглушения, отбрасывания и замедления. Плюс отбрасывает врагов назад. Но это боец. Это не танк. Ладно, будем иметь в виду. Ну что, а теперь активируем сундук и идем с тобой на задание. Я думаю, что 210 уровень нам сегодня поддастся, наверное. Так, начинается. Опять повторюши дядя Хрюши, потому что с таким отрядом, кажется, мы уже с тобой встречались, да? Так, у нас с тобой будет здесь стрелок, у нас будет здесь яд. У нас будет здесь вообще жесть какая-то просто-напросто. Плюс тут химера, это фигово. То есть я даже не знаю, кого мне выпустили в первую очередь. Скорее всего, вызовем, наверное, Скорпиона. Потом сразу же нам надо призвать ракетчика. А может быть, стрелка. Вот как тут сделать? Надо смотреть. Всегда смотрим, что делает противник. А уже потом отсюда начинаем что-то сами, как говорится, выкручиваться. Погнал, Скорпион первым у нас пойдет. Ну, понятно, он вызывает этого Ахламона. Так, мы вызовем с тобой пиратку. Ага, вот, вот, началось, короче, сейчас применяем с тобой яд. Раз такая пляска пошла, хватит, чтобы их завалить всех. Отлично, хватает. Так, вызываем теперь с тобой Грома. Ну, естественно, естественно, он применяет, друзья мои, молнию. Загнулся Ахламон, так тебе и надо. А вот химерушка пришла, и это плохо. На-ка, разбомбашили. Даже не поморщились. А вот теперь нужно вызвать нам стрелка. И будет все окей. Так, ну что, Вет, готов отдуплиться? Конечно, готов. Прекрасно. Так, я надеюсь, повторений больше не будет. Или все-таки будет? Не очень, конечно, нравится с одними и тем же противниками драться. Так, паук и механик. 202-я миссия. Опять Вет. Господи, ну что ты будешь делать? Ладно, будем придерживаться той же самой тактики. Друзья, кстати, напишите в комментариях, стоит ли нам вообще тогда играть в эту игру, если повторяются одни и те же герои. Так, по-моему, сейчас, да, нам надо применить? Или когда? Я уже забыл. Ё-моё, да, именно сейчас надо было применить яд. Надеюсь, ну, надо еще одного скорпиона. Блин, а мне не хватило. Блин, нам нужно, знаешь, что с тобой сделать? Позвать стрелка. Спросишь, зачем? Вот за тем, чтобы контролировать вот эту всю погонь, которая здесь ползает. Ну, так, а там-то кто идет? Ё-моё. А кто накрыл? Вот скажи мне сейчас вот на милость, кто у меня уничтожил? Я даже и не понял. Да вы заколебали, а? Гром, ну брось ты свою бочку-то. Полностью, она полностью восстанавливает себе здоровье. Полностью, ребят. Так, все-таки Гром ее наказал. Точнее, стрелок, по-моему, наказал, да? На тебе, влобешник. Ага, подбил. Ну, мы его тоже уничтожили. Здесь немножко подольше нам пришлось помучиться. Ну да ладно, выиграли главное. Так, дикарка, плюс охотница и опять механик. Ну что ж, посмотрим сейчас. Поменяется что-нибудь или опять этот Вет?
Нет, друзья мои, на этот раз Вонг. Ну, извини меня, пиратка 11 уровня. Да вы что, вы сейчас вот просто-напросто надо мной издеваетесь. Они просто издеваются. Как тут, извини меня? Я ума не приложу. У него пламя плюс яд. Секешь? У него пламя и яд. Фу. Значит, нам с тобой тоже придется поменять. Нам придется с тобой поменять колоду. Я даже не знаю, как здесь лучше сделать. Заклинашками одними, что ли, бомбить? Ну, возьму, например, я тоже пламя. Вместо кого тут брать, даже не знаешь. Вместо пиратки. Или вот сюда. И, например, молнию. Или ярость. Молния, наверное, да, скорее всего. Какая-то фигня получается, по ходу дела, у нас тут. Ну-ка, пиратка, С. Давай попробуем. Ну, мне кажется, здесь вариантов у меня очень мало. Плюс у него огонь 6 уровня, у меня 4. Но для пиратки, я думаю, этого будет достаточно. Он же первый пират... Нет. А если я вот так вот яд вылью? Смотри, пиратка все-таки успела прожить, а? Так, что там у нас? Так, нам нужно с тобой, наверное, вызвать пиратку. Так, он вызвал пиратку, да что ты будешь делать? Смотри, у него скорпион насколько сильнее, ребят. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, ребята, вот это фигня. Вот это фигня у нас получается. Что ж тогда мне делать? Стрелка, ну стрелок это не вариант. Эза, ну давай Эза возьмем с тобой. Вместо кого только вот его брать. А мне почему-то кажется, что здесь яд вообще как-то неуместен будет. Блин, хотя с другой стороны, почему неуместен будет. Ладно, вместо яда мы с тобой сделаем. Так, механик это нам не нужен. Где у нас С? Слушай, а может быть вместо него взять шамана? Сейчас покумекаем. Так, подожди, у меня же есть еще варианты с колодами. Вот такой вот есть вариант. Вот такой есть. А чем отличается этот от этого? А, молния и яд. Опять же повторюсь тебе. Здесь нужно контрить именно пиратку. Здесь вся сложность только в пиратке. Все, больше в принципе ничего нету. У него яд пламя, я не спорю. Но пиратка 11 уровня. Ты видел же, что у нее на 10 уровне дополнительные скиллы появляются. Допустим. Так, нам нужна молния. Так, давай попробуем. Яд этот исчезнет сегодня или нет? Исчез. Так, теперь возьмем грома. Гром, ты будешь бомбить? Ты видишь, что получается? Тес мелкаш вонючий, а? Мешается только нам. Он мешает, он отравляет, понимаешь? Если он делает отравление, это отравление висит на тебя до конца, блин, самого не хочу. Значит, вместо грома берем с тобой Эза. Хоть гром и хорош, но пока он там бросит свою эту бредятину. Это ж сколько времени пройдет. И, кстати, можно заодно проверить, как вот этот вот чудик работает вместо... Вместо кого? Так, вместо грома я хотел взять Эза. Я не уверен, конечно, что это самый лучший вариант. Или убирать пиратку.
кстати, как вариант, нам пиратка здесь особо не поможет, ведь? Так, так. Потому что наша будет проигрывать здесь 100%. Если только вот так вот сделать. Ну, в общем, давай смотреть. Все равно, рано или поздно я найду какой-нибудь здесь вариантик. И мы пройдем по любасику. Не знаю, зачем я эти взял, но фиг с ним. Пускай проверим сейчас. Проверим на прочность. Так, здесь выпустим, например, Эза. Ой, как ты медленно идешь. Ты, блин, сейчас серьезно? Ты такой ватник оказываешься. Слушай, хорош тут уже, а, буянить. Так, вышла, друзья мои, пиратка. Давай посмотрим, как... Как ты заколебал, а? Как ты заколебал своим пламенем этим вшивым? Этот лох, вот этот вот чувак, это лох, его надо менять. Он меня вообще расстроил. Чушь полная. Кто-то просил из подписчиков показать, как работает огнеметчик. Ребят, фигово он работает, если честно. Замедляха вместо яда. Давай вот так попробуем. Помнишь, мы с тобой на ярости, в принципе, неплохо зажигали. Были такие моменты. Не знаю, выдаст или получится сейчас что-нибудь у нас сделать. Ускоряется, в два раза быстрее начинает бомбить. В общем, все дела. Так. Ты видишь то же, что и я, да? Ну и зачем я это сделал? Да ты запарил, блин, чмошка, блин. Ты просто меня запарил, а? Блин, своей вшивой пираткой просто бомбит, ребят. Переигрываем нафиг. Я не знаю. Бесявая пиратка. Вот серьезно тебе говорю, просто бесявая пиратка. Надо с ней что-то делать. Помнишь, у нас был такой чувачок, который мог бомбить издалека? Я его, по-моему, прокачивал или нет? По-моему, я нифига его не прокачивал. Где он только? Блин, я забыл. Хм. А где он, серьезно? А, вот он. Вот он. Давай попробуем его взять. Просто посмотреть хочу, насколько он, ну, будет эффективен. Хотя бы, блин, он 7 энергии еще стоит. Блин, совсем не дешевый чувак. Совсем не дешевый. Ладно. Через скорпион. Сейчас попробуем. Ну давай ты так долго выходишь, блин. Просто вжарил пламя и все. Просто сразу вжарил пламя и кобздарики, ребят. Значит, меняем. Вот так вот сделать. Посмотрим, что у нас из этого получится в бой. Может взять вообще одних танков и просто отправить туда гурьбой. И под яростью, прикинь, они там будут что делать. Во-первых, они будут идти быстрее, в разы быстрее. Ты что-нибудь увидел отсюда хорошего, полезного? Я лично нет. Да ну, он достанет своей пираткой этой вшивой. Видишь, что он делает? Я не успеваю появиться, он пламя там бомбанет. Или еще что-нибудь. Яд, пламя, яд, пламя.
Как вот с ним бороться? Пиратка вшивая 11 уровня, бесявая. Да, да и этот еще 21 уровня. Ну как? Вот объясни мне, как тут можно вообще драться? Преимущества просто офигенные. Нет, конечно, если я долго здесь буду париться, я к чему-нибудь да я приду. Если я очень долго буду тут кряхтеть, скажем так. Мне просто нужно уничтожать пиратку одновременно с каким-то таким юнитом, который вот мог бы уничтожать быстреньких вот этих вот охламонов. То есть и еще при этом тоже убивая их. То есть пиратка как бы она хорошо заходит, но она проигрывает. Ракетчик. Ракетчика он убивает мне сразу же. Не знаю. Ракетчика он убивает, яд выплескивает. 4 уровня яд. Плюс этих нужно контрить. Давай проверим, тогда сделаем так с тобой. Ну не получается и все здесь. Преимущество у него. Чего тут не поставь? Я не знаю, правда, что вот это за кристалл еще тоже вот мы получили. Новый кристалл какой-то. Танка здесь пройти бесполезно, да? Танка, блин, прикрывать преисподнее. Преисподнее. Давай посмотрим, что такое преисподнее. Но огнемечек, мне кажется, ну, второго уровня. Ну, что, ребята, он здесь делает? Бомбардира тоже очень быстро здесь запинывает. Он практически ничего не успевает здесь сделать. Так вот и столько. Ну смотри, опять же мы проигрываем. Опа, сразу же. Ты видел, что он сделал? Сразу же применил пламя. Автоматом. Я не успел даже там никого вызвать, он сразу применил пламя. Вот так вот. Короче, давай сделаем с тобой действительно, как мы хотели. Я попробую сейчас команду из танков сделать. Я правда... В шоке, потому что сейчас будет здесь твориться. Из танков, значит, да? Сколько ты здоровья-то, блин, маленький ты какой-то, слабенький. Мне и танков-то нет таких, знаешь, сильных. Блин, они столько стоят. Посмотри на их ценник. Они, конечно, охренеть у них. Что это за робот, а? Кто-нибудь знает, что это за робот? Что он вообще делает? Давай проверим. Я даже, кстати, огнеметчик не успел выставить. Как нас тут порвали. Первого уровня у нас шаман. Это хламонище тоже там издалека бомбашит. Будь здоров. Так, подожди, кого я хотел? Давай проверим, что это за фигня такая. И что? Да как бы, блин, хорошо, но... Но он дорого стоит. И вот этот обормот что-то мне не особо понравился, если честно. Да. Посмотри, одну за другой вызывает. Это еще не успел дойти, он уже следующую призвал. Как? Как ты это делаешь, гад? Если я не могу так сделать быстро. У меня пока пиратка откатится, пока вызову следующую. Еще разок попробуем. Это, конечно,
Да, еще тот жучара. Поставим яд с тобой. Вызовем шаман. Шаман еле-еле, ребята, идет. Тачу вырыл, уже начинает бомбить издалека. Ты запарил уже. Ну вот, опять мы сдулись, блин. Что же сделать? Блин, ну грома взять. Ну, дорого он стоит. Он дорого стоит, гром, понимаешь? Гром дорого стоит. Но бомбит он офигительно. Конечно, я не спорю. Ну, блин. Но пиратку, опять же, он все-таки не сможет завалить с одного удара. Ведь так? Так. А, извини меня, тремя заклинашками бомбиться здесь. Ну, тоже как бы, ну, не вариант вообще, ребят. Ставим с тобой, например, здесь яд. Делаем так. Допустим. Дальше что? Вызываем шамана. Он сейчас пламя, наверное, бомбанет. Смотри, у меня откаты, ребята, идут. Ну и все, и нас тут бомбанут сейчас. Потому что он вшивую пиратку свою вызывает одну за другим. Плюс яд. И че? И что вот мне здесь делать? Почему-то его эзы бегут, убивают. Мои почему-то нифига стоят на месте, как тупорылые. Брать чисто дальников я тоже не вижу смысла. Быстрых. Это, по-моему, не та команда, чтобы мы здесь могли быстрыми здесь бомбашить. Совсем не та команда, да? Яд, пиратка. Дальний бой. Дальний бой у нас кто? Офигеть. Интересно, а если я перезайду в игру, у меня поменяется отряд? Потому что, ну, это... Трындец, 12 уровничек к тому же. Выставили тоже мне. Так, это хламонка там 5 вышла. Блин, я не успеваю его просто передамажить, ребят. Мы отравляем, да, я не спорю, но не хватает. Понимаешь, вот это вот. Вот это вот что делает? Так долго откат идет, а? По моим вот этим заклинаниям, по всем, я офигею. Он пламя свою шпарит, будь здоров, только одно за другим. У меня же... Ничего не получается. У меня есть вот это? У меня же, по-моему, такая тоже есть, да? Ну, подожди-ка, если я не ошибаюсь. Или нету? Или это мои мечты? Угу, это мои мечты, ребята. Нету у меня такой... пакости, так скажем. Есть только вот лучник. Вот такой. И все. И танк.
быстроногий. И хил. Может быть, через хил. Через хил и электричество. Может, так? Давай глянем. Через хил и электричество. То есть два танка вызываем, плюс от хил, да, собираем их всех в кучу и бомбим. По итогу что? По итогу мой продамаживает. По идее, должен продамаживать, да? Сейчас мы врубим с тобой молнию. Так, теперь хил. Поздняк хил я тут врубаю. Даже шаманку не... Ой, даже эту... Даже пиратку не уничтожили молниями. Двадцать первый уровень. Да нифиг ли он отличается всего лишь на сколько там? Ну, на 4 уровня, да, получается? Даже на 3. И уже такая офигенная разница. Слушай, я, знаешь, что вспомнил? Что мы делали... А, там же 10 уровня была пиратка. Я ее же шпарил огнем, уничтожал. Этого мы убираем с тобой. Так, ставим. Кого там у нас? Кто же у нас там стоял-то? По-моему, тоже пиратка все-таки была. Этого убираем. А кто же там у нас быстро... С, по-моему, был тоже. С. Вот сюда вот. И, по-моему, гром. Так вот, вместо кого. Короче, мы с тобой уничтожали пиратку через огонь. Когда он ее выпускал, я... А, там он выпускал ее первой. Точно, это совсем не то, ребят. Ладно, в любом случае можно проверить. Погибает, да? Так, эту кикимору можно, в принципе, через что? Через молнию брать. Ну как так-то он выживает? Я не понимаю. Она сейчас задуплится, окей. Так, старая схема. Еще он. Откуда вот у него яд? Почему у него так быстро, ребята, яд восстанавливается? Вот объясните мне. Ну вот как у него яд быстро так восстановился, блин? Видишь, он что может делать? Оглушать, блин. Не, ребят, это фигня полная. Как он может, блин, вот так вот яд быстро восстановить себе, блин? У меня, блин, по 3 часа яд восстановится, а он у него уже готов. Согласись, что это бред полный, блин. Сейчас попробуем еще. Подожди, это что? Не то. Восстанавливаю, то есть в яд. За 3 секунды, блин. Фигею просто. Погнали. Ага. Сейчас опять свою пиратку позовет? Нет. Смотри, что творит, а? Я жду.
Слушай, а ты не заколебал ли я со своими пиратками, блин, вшивыми? Сдохни нафиг. Так, смотри, опять. Ну как, блин, у него пламя есть? Ну у меня нету пламя, а у него уже есть, ёбарсты. У него же она откатилась, у меня еще нету вообще, блин. Не, ребят, это фигня полная все. Надо менять противника, это пипец. Он в два раза быстрее меня все делает. И пламя у него устанавливается быстрее, все. Так, где там оппонент? Так, запомнили, да? Вонг. Сейчас перезайду в игру, глянем. Ну, давай посмотрим. Вонг как был, так и остался. То есть, вот как хочешь, так и проходи его. Да, получается? А я его не смогу пройти. Элементарно, блин. Потому что не дадут. Несмотря на то, что у меня вроде все заклинания есть, все, что хочешь. Он меня давит. Он меня продавливает своими. Не знаю, с какого перепуга вот этот охламон, блин, что у него там замедляет после всех, после смерти. Да у меня то же самое все. Ну да, уровень немножко там хромает, но это не страшно. Эти практически одноразовые, можно их так назвать. По-другому их не назовешь. Как тогда быть? Вызываем скорпиона сзади пиратку. Ну как он делает? Так это не помогает. Ну, допустим. А что мы такие замедленные-то? Да куда ж ты ударил-то? Угу. Твою налево, блин, чуть-чуть не дождался, блин, чтобы этот... Да ну нафиг. Почти получилось, почти, но все равно не хватило чего-то. Блин, я в этом поединке, потом я больше уверен, что она еще раз повторится в поединке. Че я там вызывал-то? Скорпиона? Скорпиона, да? Дальше делал вот так. Давай вот так, наверное, бомбанем. Сразу, так сказать, двоих накроем медным тазом. Так, а молниями сейчас. Вот так вот сделаем. Он уже тут яд плеснул, прикинь. Так, давай сделаем так. И Эза сразу отправим. Видишь, блин, мы на равных, блин, убиваем. Только он убивает меня еще при этом Эза. И опять он вызвал пиратку. Да чтоб тебя, а? И, естественно, он дамажит-то побольше, посерьезнее, чем я. Ну, ребят, ну это полный трэш. Ну, ты видишь, что происходит. Что получить больше? Я не знаю, что тут получить больше. Больше звездюлей есть, только получить. Хотя бы мне до 205 уровня пройти было бы уже великолепно. Как будто специально делают, чтобы не пройти, блин. Разница, извини меня. Во сколько, а?
Да что за скорпион-то, которого и молнии-то не берут, блин. Угу. Закати губишки, на тебе. Пиратка. Давай, бегите, бегите, бегите. Травил, главное. Он не попал, да, ядом? Он, друзья мои, немножко обосрался по поводу яда. Да неужели? Он с ядом обосрался чуть-чуть. Он яд поставил не там, где надо. Блин, только за счет того, что он обосрался, мы, ребят, с вами здесь смогли выиграть. Трындец просто какой-то. У меня других слов нету. Ну ты сам видел прекрасно, сколько я попыток сделал. Так, надо деньги увеличить. Я сейчас не удивлюсь, если здесь... Ну да, та же самая команда. Трындец. Если там нам повезло, чисто случайно, то здесь я уже не знаю. Здесь уже никакой, блин, случайности не получится. И по таймингам вряд ли мы здесь сможем выиграть. Сгинь, нечистая. Я бы даже сказал, не то, что нечистая, нечистоты. Пират? Нет, не пират. Сейчас пиратка, да? Ну... Смотри, 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 тоже пламенем бомбанул, а? У него, видишь, замедляет. Опа. А вот это уже фокусы-покусы, ребята. Мне нужен яд. Давай, 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 иди сюда, отлично. Армуль. Молния, на молниях я смогу ли я тут? Отравим ее. Теперь мне нужно пламя. Окей. Че творит, а? Понятно, короче. Тут не прокатил. Вот тогда он, конечно, с ядом, ребята, обделался. И все, и мы его там, конечно, за хобот взяли. Здесь, здесь он не хочет, как говорится, обделаться. И яд он ставит в нужном направлении. Все как по часикам. Видишь, что творит? Так, по идее... Нет. Пиратка вышла. Да как ты так сделал-то, а? Так, мне нужна молния, ребят. Отравилась, она сдохнет, она не добежит. Пиратку. Так, он отравлен, да? Ну правильно, он тоже это самое делает. Так. Давай сделаем таким вот образом. Успеем ли мы? Хрен там. Видишь? Очкун несчастный.
Ну тут понятно, начинается, короче. Мне не хватает чего? Мне не хватает молнии. Молния, вот она. Блин. Если бы это был бы реальный игрок, это видишь, это, блин, бот играет за него по таймингам. Все тютелька в тютельку. Хмырь, блин, болотный. Команда-то, в принципе, нормальная, идеальная. Вот эта хламонка еще бесит, сбивает моих этих малышей. Может быть, нам взять этого? Который с топориками? Блин, тогда мы лишимся отравления. Тут обделался, я уже обделался. Сразу на ранней стадии обделался. Молнии не хватает. Замедляхи. Замедляха не нужна, наверное, здесь. Хрен знает, нужна она здесь, не нужна. Видишь, что он делает? Давай пиратку свою вызывай. Где там твоя пиратка? В плане, блин. Я жду пиратку. Он как специально, видишь, ждал, блин. Как только у меня этот... Все, он сразу вызвал ее. Ну, чушила, а. Ну ты и чушила. Как тебя там, Вонг? Ну ты видишь, что он творит? Ну, он отравлен. И вот он начинает бомбашить здесь. Так, мне нужно пламя. Он вылил свой вонючий потный яд, блин. Молнии. И чё? И ничего? Отравили. Отравили. И он, блин, опять эту пиратку вызвал. Да, блин, ты... Ну как это может быть, блин? Ты посмотри, блин, он раз за разом вызывает ее, блин. Но ведь этого не может быть. Чтобы он, блин, просто как из автомата заклинаниями пользуется. Не, ребят, это фуфло полное. Ты посмотри, он яд. Не успеет яд, он огонь. После огня сразу яд. Как это может быть? Я умываю руки. Я просто умываю руки. Херачит одно заклинание за другим. Понимаешь? Просто одно за другим хреначит. У него яд и огонь. Он огнем, потом, блин, ядом. Огнем, потом, блин, ядом. Я говорю, если только убирать Эза. Если только. Но опять же, это так себе вариантик. Смотри, он сейчас начнет применять молнию. Ой, да. Ну ты понял, короче, меня. Не забывай, что у него еще яд. Эту я поджариваю. Сейчас вот здесь он применит яд свой. Когда дождется всех в кучу. Видишь? Пиратка, будь... Есть! Спасибо тебе большое, пиратка. Спасибо тебе большое. Но, опять же, это не факт, что он не будет сейчас. Кто ты там, Тинги-шпинги? Кхм.
Я надеюсь, что сейчас не будет этого вонга. Ну-ка. Нет. Нет, ребят. Ну как? Вот чисто случайно сейчас у нас получилось живу опять же бомбану. Чисто случайно, ребят. Как мы там делали? Я уже не помню. Первого вызывали этого, да? Он травил. Потом вызывали вот этого. Потом вызывали пиратку. Так, по-моему, да? Как-то так у нас все это было. Потом он, естественно, применяет пламя на нас. Ну да, да, да. Все та же самая сраная схема. Потом он, естественно, применяет яд. Мы применяем с тобой пламя сейчас. Вот так вот. Он вызывает скорпиона вонючего. И что? И у нас опять, по-моему, ни черта не получается. Хоть пиратка там и отравленная. Сейчас мы подождем, когда этот яд сойдет, если он вообще сойдет. Он сойдет. Да ты посмотри, блин, он заколебал уже просто. Нет, тут бесполезняк. Стоит вот упустить момент, и все, и начинается, блин. Все не так, как хотелось бы. Стоит один момент упустить. Так, побежал из. Потом пиратка. Может быть, сюда все-таки лучше пламя применить? Смотри-ка, я что-то не понял. Как эта пиратка прошла через яд? Слушай, мне кажется, наверное, все-таки лучше там пламя применять на пиратку, чем яд. Пламя шмакнул и все. Как вариант, да? Ну-ка, давай попробуем. Так. Ну, здесь, грубо говоря, обменчик такой, хоп. Так, здесь поставим сразу вот эту штуку. И никто не хочет идти, да? Взорвался все-таки хмыреныш мелкий. И что творит? Ха-ха. Гнида черножопая, что делает, а? У него хватает мощей пробить просто всех моих персонажей. Давай-давай, пиратка, на яд иди. Со своим замедлением, вшивым. Сейчас посмотрим, кого он там призовет. Ты серьезно, блин, сейчас? Ты прикинь? Ну ты видел, да? Я никого бы я не поставил. Ну сразу, там огонь, там яд, блин, там еще что-нибудь, блин. Доколупаю. Доколупаю просто, ребят. Не знаю, вырезать, наверное, придется. Тут столько говнища всякого. Фокус-покус там орёт, блин, придурок. Куда ты... Куда ты пламя, дебил вонючий, поставил, а? Ещё и сидит, выжидает, блин. Правильно против компьютера. Поиграй-ка, ё-моё.
Да дуплись ты на этом яде. Мне нужен огонь. Давай, скорпион, перехватывай. Он, естественно, сейчас плеснет ядом сюда. Обменчик такой, да, у нас получился. Он уже пиратку свою вышли, отправляет. Ведь гаденыш дождется же, пока, блин, этот сработает, ну, уничтожит моего гоблина на отравление. И уже только после этого начинает активировать. Давай, давай, скорпиончик, иди сюда, на яд. А чё ему этот яд? Ну, еще он пламя фигачит. Эту еще дуру призвал, а у меня до сих пор, ребята, все по откатам. Вот смотри, он еще вызвал яд. У меня еще ничего не отошло, а он вызывает. Вызывает еще одну пиратку, вон там, он, видишь, идет. Ублюдок хренов. Сейчас попробую взять стрелка нафиг. Я знаю, знаю, что он будет пламенем там фигачить или еще там чем-нибудь. Ну, я просто уже пипец, меня просто это вымораживает все. Будем через стрелка, блин, пробовать. Дорого он стоит, конечно. Ну, а фиг ли сделаешь. Да, у меня только стрелок из дальнобойных. И он сейчас будет, естественно, вызывать его. Так, ну что, погнали. Так, давай всех поставим. Вжарим так вот. Сейчас посмотрим. Я хочу дождаться, чтобы он потратил здесь все это дело. Он потратил. Так, теперь вызываем стрелка. Ну, у него же яд. Яд он потратил сейчас. Сейчас он потратил яд. Проверим. Подожди. Ну да. Яд это все он тратит. Ну это говняха остается в конце, вот это вот мелкое. Первого уровня, блин. Такие проблемы мне приносят первого уровня, ты прикинь. Хочешь спросить, ты кто такая? Гнида ты. Недобитая, недомытая. Как тебя еще назвать, не знаю даже. Пиратка, выходи давай. Где там твой? Я не вижу, чтобы он яд применял. Сразу прикрывается танком, да? СОС. Вот он применил яд. Что мне тут надо делать? Пиратку, естественно, вызывать. Как вот это вот можно назвать, а? Как ты это назовешь, блин? Мой, блин, ублюдок промахивается. А его и нормально. Его и все, как и надо. Заколебал, ну серьезно говорю. Заколебал просто в доску, блин. Я уже не знаю, что тут ставить. Что тут, как, что тут пробовать. Кем тут пробовать, блин. Просто не знаю. Да иди ты, блин, не ты мне нужен. Этот робот, мы уже пробовали его. И не знаю. Его, в принципе, что там, травят, жарят, блин, что-то только с ними не делают. Ты будешь бомбить-то сегодня, ракетница? Ракетница бомбит. Сейчас ждем.
какого-нибудь яда или еще чего-нибудь. Зачем яда, блин? Пламя. Пламя, яд. Ну, а почему бы и нет-то? Почему бы и нет? Так, сейчас попробую. Я уже не знаю, что пробовать. Замедляшку? Давай попробуем замедляшку. Я уже просто крайние меры. Уже даже беру то, что хрен бы взял когда-нибудь. Потому что надо побеждать, ребят. Посмотрим. Всё, пускай это там бредет. Этот яд вызывает, естественно. Не забываем про пламя. Ну разве это замедление, ребят? Ну это фигня какая-то, не замедление. У него еще яд есть. Что-то тут вообще непонятно, что происходит, ребят. То ли яд не помогает, то ли тут вот люди намешают. Нет, короче, нифига. Замедляшка. Так же проще яд, блин, вызвать, да? Под мелкими, мелких, что ли, взять целую кучу, ну, вызывать. И потом как бустануть, чтобы не бежали, рвали там всех. Да ладно. Прошли, ёк-макарёк. Фу, друзья мои. Это был трэш. Сколько попыток, а? Ну что, давай посмотрим, что нам там дальше предложат. О, ну хоть что-то, ребята, поменялось. Так, ну я тебе скажу, не в лучшую сторону. И не сменить мне не дают. Смотри, пиратка 8 уровня, паладин 5 уровня, плюс 2 скоростных, плюс пламя, стрелок. И я даже немножко... Блин, я даже не знаю. Давай начнем с этой колоды. Как вот только Эза мы будем контрить. Ну, Эза, в принципе, может через пиратку. Но здесь-то тоже 8 уровня пиратка. Так, этого надо сразу травить. Заодно посмотрим, что из себя представляет пиромант, кстати. Ты, блин, серьезно сейчас? Это называется пиромант? Пиролог, я бы так тебя назвал. Так, а он... Да, ребята, у него стрелок. Но пиратку молния моя сносит, как ты видишь. Смотри, что делает, а? Так, два Эза. Что-то он там... Чего? Все, что ли, сдулся? Что за трюки? Да нет никаких трюков. Вообще на изи разобрали. Так, что у нас тут? Дикарка, двойной кинжал и фея обычная. Так, нам достается 207-я миссия. Так, слушай, ну если мы прошли с тобой... Этот отряд, я не знаю, как мы там умудрились, если честно. Но надо опять попытаться.
Вызываем скорпиона. Ай, подожди, С, конечно же, С должен отрывить этого говнюка, потому что сейчас выйдет пиратка. Так, и с пираткой мы справлялись. Да, через мо... Что случилось? Я что-то не врубился. А что сейчас было-то? Ну-ка, толкни его назад. Так, там еще одна пиратка бежит. Ой-ой-ой. Так, ну она отравлена. Все, она отдуплилась. Ты видишь? Ты видишь то же, что и я? Естественно. На тебе, стрелок чертов. Так, С, красавчик, давай, трави их там всех. Я не вижу, пироман там что делает? Сражайся лучше, этот орет. Слушай, пироман там наяривает, будь здоров, смотри. Все. Прожарили до хрустящей корочки, я тебе так скажу. И металлолом, плюс грутта и электропушка. 208-я миссия. Наконец-то мы сдвинулись с тобой с мертвой точки. Так, подожди, у нас какая команда была? Нет, не это. Блин. А придется драться с этой, да? Так, инженер. Так, ладно. У нас с тобой электропушка пойдет первым. Так, теперь С. Но С, потому что, ребята, должен травить он. Ой-ой-ой. Эх, не успел чуткарика. Ладно, не страшно. Этот разогнался, разогнался. Ну вот, ребята, и вышел вшивый стрелок. Вот теперь как вот мне его законтрить? Как мне его законтрить, скажи мне на милость. Опа-на, сразу взял пламя, да? И применил. Что-то пошло не так, как я говорю. Что-то, блин, пошло не так. А пошло не так то, что мы с тобой стрелка этого позволили остаться, и все, ребята. И начинается, короче, раскромсон. Молнию нужно оставлять на стрелка. Скорее всего. Что у него? У него пламя. У него только одна заклинашка. Да, я не спорю, противная, но... Так, пиратка, да, выходит? Вот. Так, он применил. Так, а нам нужно с тобой снайпера. Сейчас он 100% выйдет. Странно. Очень странно, что у него не вышел снайпер. Вот он. Вот его-то мы и сносим. Все, он остался без снайпера. И, по-моему, вот именно сейчас мы его сможем хорошечно проучить. Я еще вызову одну электропушку. Что-то... Что-то не то. А что не так-то? Что-то я не могу понять, что-то не то пошло, ребят. Где-то потеряли преимущество. Где, я не могу только понять. В каком моменте-то? Ага. Все. Собирался вызвать стрелка, но его С быстренько нахлобучил. Так, это надо будет приумножить. Что у нас? Опа, воинственный вепрь. Надо будет глянуть. Вот он. Так, класс танк. Фракция цитадель. Здоровье, но не очень много. Скорость атаки медленная. Скорость передвижения быстро. Герой таранит врагов в пределах доступности, отталкивая их назад с шансом критического удара. Дает иммунитет от оглушения, отбрасывания и замедления. То, что у него скорость атаки медленная, меня вот это вот не очень радует, если честно. Четвертый уровень максимальный, да? Можно прокачать ему. Так, ну что, давай смотреть. У нас, по-моему... Ага, 209-я миссия. Так, опять эти охламоны. Слушай, может быть, нам вот этого-то убрать отсюда? Он как-то не вписывается в нашу команду, согласись.
И вместо него можно было бы взять... Заклинашку, я думаю, да? Слушай, заклинашка, я думаю, здесь вообще пойдет на ура. Так, молния есть. А зачем мне вот молния? Скажи-ка мне на милость. Мне молния, кажется, здесь не пригодится вообще. Здесь вот замедляшку лучше взять. Хотя почему? Молния убивает пиратку. 8 уровня мы можем пробить. Окей, окей. Так, ну что, погнали. Естественно, отравление. Так, где там, кто там, что там будет выходить? Так, пиратка уже тут, как тут. Так, а этот же у нас, да, он вспомнил, ребята, он бьет сразу. Оу, оу, оу. Вот нам где с тобой и понадобится удар из Вентуры, ё-моё. Так, что он сейчас будет применять? Пламя. Ну, почему не применить пламя, да, друзья мои? Давай, давай, родные мои, вжарьте хорошенько. Ага, все. Смаркизи отдуплилась. Так, 56 монет, 20 опыта, ну, это все понятно. Гром, это хорошо. Сарашип и торнадо новая. Вот, мне кажется, какая хорошая карта, ребята. Торнадо в совокупности с ядом. Я думаю, что это будет вообще. Ну, вот так вот мы с тобой и добрались до 210 уровня. Поехали. Кстати, можно было вместо молнии взять как... А, ну, в принципе, нормальный. Так сойдет. Ну что, Эза первым, да? Здесь так. Потом, естественно, яд. Оу-оу-оу-оу-оу. Блин, ну я должен был уничтожить мне пиратку. Вот что я тебе хочу сказать. Ну, ага. Давай. Эх, ну я сотравил, по крайней мере. Сейчас ракетчик добьет. Пич. Ракетчик-то добил. А вот теперь скажи мне на милость, как я должен уничтожить вот этого стрелка вшивого? Отравлением, что ли, этим несчастным? Да. Обменялись. Понятно, короче, тут меня вырубит. Так, что, торнадо? Нет, торнадо я не хочу сейчас применять. Что же я здесь-то не так сделал? Да все, все вроде бы нормально. Яд, яд, я на него, ребят. Скорее всего, из-за яда. Сейчас проверим. Яд, точно, ребят. Тырич. Блин, и опять не в тему, да? И опять не в тему. Ну, молния, по крайней мере, есть еще. Молнию тратим с тобой на стрелка. Вот на этого. Так, этот отравлен. Сюда бы, конечно, бомбардира позвать бы. Если ты успеешь еще сделать это. Хрен там. Да блин, то спокойно проходим с тобой этот этап. Такой же, да? Один тот же, смарт кизи. То не можем пройти. Вот как ты это объяснишь? Стрелка мне брать бесполезно сюда, верно? Верно. Что не так я делаю? Ну что опять не так? Ну ёб просто, ну... Что-то не котируется. Что-то и не то все. Так, сейчас попробуем кое-что с тобой поменять. С. Так, танк вроде бы все норм. Так, у него только лишь пламя.
Давай возьмем с тобой торнадо и яд. Кстати, мы можем прокачать же здесь. Обратно к призывателю. Вообще будет идеально. А еще если дальников каких-нибудь взять, да, типа стрелков, вообще было бы круто. Сколько тут? 3-3. Это 6 энергии должно быть у меня где-то в запасе, получается. Посмотрим. Пускай подходит поближе пока. Мы применяем. И вот тут яд. Ну, чуть ли не идеально получается. Я посмотрю, блядь, что дальше выйдет. Ага. Первая кровь орёт там. Все. Блин, ну торнадо, конечно, это круто. Монетки. Опыт. Сарашип. Выпадает нам пиромант. И ассасин. Так. И все, больше не будет сундука? Нет. Так, и опять смарт-кизи. Да что ж ты будешь делать-то? Все одно и то же. Так можно и миллион опытов... опытов, говорю. Так можно и миллион этих... миссий наклепать с одними и теми же противниками. Так, ну ладно, друзья мои. Будем закругляться. Итак, сегодня я... трындец. Припарился вот это вот проходить. Я еще, наверное, половину вырежу. Потому что, ну, сам понимаешь, сколько времени у меня ушло, чтобы дойти до сюда. Ну, а с вами будем прощаться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.